И на меня свой взор опасный не устремляй, не устремляй. Смотрите на меня. Позвольте мне рассказать вам свою историю. Здесь я умер. У себя дома, в этой жалкой петербургской комнате. Здесь я нашел ее. Я никудышный человек, человек не от мира сего, наконец-то нашел свое убежище. Она была тут и терпеливо ждала меня. Ее взор устремился на меня, и я утонул в ее глазах. Я понял, что больше не смогу жить без нее. Василий Иванович, вам письмо. Она была вся моя. Моя. Но пришло время тревог и моего бессилия. Внутри себя я понимал, что было уже слишком поздно. Шли годы, разрушая нас. А я был не способен спасти ее. Я видел, как она постепенно исчезает, уходит от меня. Но я не мог жить без ее красоты. Прости меня. Я совершил непоправимое и сам обрек себя на вечные муки, на бесконечный бесплодный труд. Я снова был один в равнодушии этого мира, искал ее снова и снова. Найти ее. Здесь я умер. Здесь я нашел ее. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
Mm-hmm.